Всем привет! У нас стоит бабье лето всю неделю. Очень жарко, 26, 27, 25 градусов, но очень жарко. Такая неделя была летняя. Ну, уже завтра температура пойдет на снижение. И с понедельника у нас начинаются дожди по прогнозам. Посмотрим. Но недельку мы, конечно, покайфовали. В плане того, что после холодной недели, дождливой, у нас наступила такая теплая погода. Ночью, конечно, прохладно. Утром туман, прохладно. Но днем разогревается температура. И мы прям раздетые. Ходим, гуляем. Никого нет. Позже выйдут гулять. Опять ты тут крышки ешь. Чумазый будешь, грязный. Ну. Душный. Бегать неохота. Вчера воду брали, сегодня я не стала брать воду. Тяжеловато, конечно. Собачкам. Даль, перестаньте кушать это. Видишь, смотри, какой ты грязный, некрасивый. Сейчас Дейли будет. Ну-ка, нельзя. Нельзя. Ну, покажись, какой ты грязный. О, Иджин. Ну, посмотри. Язык грязный, в земле. Да пофигу, да, Иджин? Дель, вот весит яблочко. Видишь, ты будешь? Так вот же, Дель, что ты? Делька, вот. Вкусно. Иджин, вот яблочки, иди сюда. Вот они висят. Ну на, Делька. Не, не хочешь уже? Вкусно? Немножко вяжет во рту, но такие кисло-сладкие.